Итак, ребята, всем здравствуйте, с вами Tommy Smoke. Наконец-то и у меня старый дизайн YouTube пропал, вот прямо сейчас, полчаса назад ночью. Ну, как видите, уже все на месте, все подправлено. Ну, а так, почему вышло-то? Народ комменты пишет под видосом хорошие, молодцы. Была ссылка на статью, Пикабу, вот она. Он в этом браузере лучше открывается, со всеми картинками. Но лучше делать не то, что на самом верху, а вот тут какой-то товарищ Март написал коммент, то, что меняет весь интерфейс, да, Ютуба там, всего. А здесь можно настроить только Ютуба. Вы переходите, в общем, по этой ссылке. Откроется вот юзер-агент. Скачивайте. Вот у меня уже скачан юзер-агент. Дальше, в расширениях, смотрим, вот он, так, вот тут строка, картинка, человек пишет, Googlebot, вот тут такой вот скрипт, Internet Explorer 9, такое, потом Add жмем, вот он у меня где-то, вот тут есть, потом переходим в Permanent Spoof List. Здесь нам тоже надо будет вставить вот это. YouTube.com без HTTP, W, вот этих всех. Ну и выбрать Googlebot там будет. Вам. Нажмите на эту херовину. Так. Ну что, вот мы тут глядим. Я, кстати, не убирал свой старый скрипт из старого видоса. Не знаю, как там без него будет работать. Ну, вы, наверное, уже видели. Так, ну, в общем... Давайте проверим какой-нибудь видос. Вон, Виталий Наливкин очищает озеро. Из-за сильного загрязнения нет теперь этой сцены надписи. Сейчас скоро все обновится. Ну что, ребят. Звеним бубенчики, подписываемся. Ну, в общем, как обычно, делаем, что хотим. Все, скрыть кнопку. Ну, я. Давай.